Анонс и точная дата выхода 393 серии турецкого сериала «Клятва». 393 серия сериала выйдет в эфир 9 января. Напомним, ранее в сериале мы увидели, как Эмир отправился на поиски Гюльпери и вспоминает, как давал ей слово, что всегда будет защищать ее. Гюльпери удалось сбежать от Ахмета, и они встретились с Эмиром в лесу. У нее совсем не осталось сил. Эмир говорит о том, что теперь все будет в порядке. Но Гюльпери потеряла сознание. Ахмед наблюдает за ними и достает нож. Кемаль всегда считал Мельтем надежным человеком, но только сейчас понял, как сильно он ошибался. Мельтем сказала Кемалю о том, что по этому договору она будет продавать не только акции, но и свои чувства. Она этого не может сделать и хотела взять Кемаля за руку. Но он отошел дальше от Мельтем и сказал ей остановиться. Тюлай понимает, что если Эмир сможет отыскать раньше нее Ахмета, то это будет ее концом. Она подошла к своей машине и хотела открыть ее, но в этот момент неожиданно подбежал Ахмед и схватил Тюлай. Поздно вечером Ахмету удалось пробраться в особняк, а затем и до комнаты Гюльпери. Когда Гюльпери увидела перед собой Ахмета, то очень испугалась, но не смогла закричать, так как он закрыл ей рот. Но Гюльпери уронила стакан с рядом стоящего столика, и Эмир услышал этот шум из ее комнаты. Напомним, 393 серия сериала выйдет в эфир 9 января. Если вам нравится сериал и ждете выхода новых серий, тогда ставим лайки, подписываемся на канал, жмем на колокольчик, чтобы быть в курсе последних новостей о новых сериалах. Спасибо за подписку и лайки.